Привет, мои друзья! Привет, мои подписчики! Решила сегодня приготовить печенку. Итак, начинаем. Включаем печку. В сковороде обжарим ложку муки. Сейчас вот до золотистого цвета обжарим. А потом берем в сторону. Главное, чтобы не подгорело. Ну вот, муку обжарили. Не знаю, видно, нет. Вот она цвет поменяла. Убираем пока. Ставим другую сковородку. И переходим к печенке. Печенку промоем. Так, порежем помельче. Печенку порезали. Пусть пока здесь побудет. Порежем лук. Приступаем к зажарке. Включаем печку. Так. Масло растительное. Обжариваем сначала лук. Сильно не будем зажаривать. Сюда добавляем печенку. Все вместе обжариваем. По вкусу. В печенке добавим сметанку. 3 столовые ложечки, наверное, хватит. Все, перемешаем. Закипело, сюда высыпаем муку. Перемешиваем. И добавляем водичку. Ждем, пока закипит.
Закрываем крышкой. Ну и пусть она у нас чуть-чуть потушится. Главное не переварить. На гарнир отварим макароны, спагетти. Так. Вода закипела. Печенка подула. Добавляем сюда макароны. Немного прогреем. Вот они у нас пропитаются соусом. Все, можно посыпать сыром, можно не посыпать. Всем пока!